За окном стоит жаркая погода, и жители областной столицы уже давно открыли купальный сезон. Сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области проверили качество почвы и воды в реках и на карьерах. И согласно данным, качество воды в Волге в районе набережной Афанасия Никитина и в Тверце в районе ландшафтного парка Тьмака и поселка Первомайский не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. А вот пробы воды на карьерах в районе деревни Старая Константиновка и во тьме в районе деревни Савино всем необходимым показателям соответствуют. В ведомстве не рекомендуют гражданам использовать водоемы в целях рекреации в местах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормам.